Именно в этом и заключается смысл. Зная, что сегодня все человечество сдохнет, каждый делает свой выбор. Каждый совершает, пожалуй, самый значимый поступок в своей жизни. Встречает смерть. Россия готовит очередной ядерный удар. Природных катаклизмов. До конца света осталось 6 часов. Это как дорога, постоянное движение, неожиданные столкновения, пробки. Но только ты выбираешь, куда повернуть. Либо метаться в стороны в меченых просторах, думать, что навязанная свобода истинная, либо без правил мчаться вперед, подальше от бетонных стен, системы и свихнувшихся людей. К черту. Оставаться нельзя. Городской воздух пропитался блудом и нечистой совестью. Даже умирая, они пытаются сожрать друг друга. Не знаю, как вы. Я предпочитаю всеобщему безумию морской бриз и одинокий пляж, свои последние литры бензина и минуты жизни я потрачу на самую прекрасную дорогу. Дорогу к морю. Бесконечность. Никто так ничего и не понял. Рай на земле. Бог внутри нас. А мысли — самая великая сила. Если вы думаете умереть, дело ваше. Молодой человек, ваша машина заправлена.